Давай. В 16 часов 36 минут на пункт связи части поступило сообщение о загорании частного дома по адресу город Саратов, улица Соборная, дом 119. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений происходило загорание частного дома и надворных построек на общей площади 300 квадратных метров. Силы и средства для тушения пожаров были привлечены в количестве 5 единиц пожарной техники. Тушение пожаров было осложнено значительным удалением исправных противопожарных источников противопожарного снабжения. На месте пожара был организован подвоз воды. В ходе пожара погибших и пострадавших нет.